Ты там живой? Да, прием. Я тебя слышу. Ты меня удивил. Ты где? Снаружи? Ты меня видишь? Да, я тебя вижу. Ты окружен трупаками. Это плохие новости. А есть и хорошие? Нет. Слушай, как тебя там? Может, ты не понял, у меня тут проблемы. Черт, видел бы ты свой танк отсюда. Капкандрашка хватило. Может, что посоветуешь? Да. Попробуй сбежать. И это все? Попробовать сбежать? Слушай, я тебе дело советую. Читай, я твои глаза снаружи. На танке только один завис, остальные отползли и сидят, жрут лошадь. Улавливаешь? Пока да. Хорошо. С другой стороны танк, улица посвободнее. Беги, пока они отвлеклись, у тебя есть шанс. Патроны есть? Я сумку. Не, патроны, оружие. Успею добежать? Забудь про сумку, тебе не успеть. А при себе что есть? Погоди. Так. У меня береты с одной обоймой. 15 патронов. Значит, не мажь. Выходи вправо и беги в этом направлении. Через 50 метров будет переулок. Беги туда. Эй, как тебя зовут? Ты что, сдурел? Времени нет. Ясно. Я живой! Быстрее! Быстрее! За мной! Давай! Чего ждешь? Залезай! Давай! Быстрее! Давай! Залезай! Хорошо стреляешь, Клинт Иствуд. Новый шериф. Приехал город зачистить. Да вроде не собирался. Неважно, ты молодец. Все равно идиот. Рик, спасибо. Глен, не за что. О, черт.